Само здание, где мы находимся, оно, конечно, стимулирует к размышлениям на тему будущего, архитектурного будущего наших городов. Те работы, которые мы увидели, они очень толковые, очень интересные. И мы должны понимать, вот что молодежь хочет и где она хочет жить. Это биеннале, это выставка, это абсолютно, мне кажется, уникальная возможность понять, какие есть варианты в современном градостроительстве жилых, смешанных районов современных городов.